Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 29 июля 2020 года. Хочу вам показать мои юки-растраты. Это очень красивое растение, которое должно быть украшением каждого сада. Посмотрите, пожалуйста, на мои юки, чтобы сравнить с моей ладонью. Вот. Эта юка уже перезимовала одну зиму. Есть вот ее сверстница. Она тоже перезимала одну зиму. Немножко поменьше. Есть юка, которая перезимовала две зимы. Вот. Она, конечно, более пышная, более красивая. Корневая у них очень большая. А вот юки, практически сверстницы. Но они росли у меня в стаканчиках, где был маленький объем земли. И вот посмотрите, вот какая разница между этими двумя юками. Разница заметна. И корневая у них очень отличается.